Всем привет! Мой канал «Сам себе режиссер». Хочу показать продукты, которые я купила сегодня и вчера. Еще в холодильник не сложила. Думаю, дай покажу, какую я тыкву купила вчера, китайскую. Вот такая китайская тыква. Вот она какими-то вот... Сухая. Я вот кусок начала, срезала, начала кушать и выбросила. Она на выброс у меня, но вот подняла с пакета показать. Не берите, это вот китайская такая ерунда. Она вообще сухая, она как тыква. Вот. По консистенции, как вот тыква. Ну, спорченная уже, вон уже какими-то вон дырками даже пошло. 200 рублей такая тыква. Выбросила на помойку, надо выбросить. Вот. А это я мед купила на ярмарке. Гречичный. Я люблю гречичный мед. Он только в Амурской области знаю у нас. А это вот сказали липовый, но я вижу, что это не липовый, стала кушать. Этот объяснили, что осенний, что я знаю, что осенний хороший сбор, но поняла, что это тоже не то. Ну ладно, какой есть, покушаем. Вот. Шпроты. Так, ладно, шпроты. Сейчас тыкву, дыню закончу. А сегодня вот поехала, купила вот такую дыню. 6 килограммов. Ну, вот вроде кажется, что зеленоватые вот бока. Но сочная, хорошая. Вон я уже сколько съела, 3 куска больших. Хорошая тыква. В холодильник поставлю, мне хватит. У меня на 3, я ее быстро съедаю. Вот. Зашла, посмотрела шпроты. Вот кто будет, если кто любит шпроты, вот за родину. Вот эти шпроты надо брать. 71 рубль. 30 месяцев сроку. Калининградская область изготавливает. А другая банка, которая не написана за родину, та ерунда, та вообще разлагается. Это целенькая. Я уже одну баночку съела, уже открывать эту не буду. 160 граммов. 71 рубль. Вот у нее за родину написано. Вот. И Васи взяла вот такую баночку. Стеклянную. И Васи в стекле. 100 с чем-то тоже стоит. Но еще не открывала, не пробовала. Показалось, что как консерва. Что может быть ничего. Вот. И купила... Я раньше брала, еще одну взяла. Вот это вот ферма «Знаток», язык деликатесный. Я уже брала хороший. 325 граммов. Стоит она 125 или 155. Что-то я забыла. Не приготовилась. Вот, изготовлена в мае 2019 года. Все. Пыльня. Она одна стояла, я ее забрала. Вот такие вот у меня покупки. Эти 2 дня. Это на выброс. Ну, мед, блинчиков спекла, поела. В охоточку свеженький, любой мед пойдет. Вот все, что я купила. Сегодня выходной, ярмарка была. Поехала на ярмарку. Хотела еще капусту взять, но уже б не донесла. Пришлось на такси даже брать такси, на такси приехать. Ну, 6 килограммов, это нереально. Еще взяла косточки на холодец. Тоже там около 2 килограммов. Тяжело было. Села на такси и приехала. Вот такая тыква хорошая. Ой, тыква. Вот как подумала про эту тыкву, так и говорю, тыква. Дынька. Дынька. Она, конечно, должна быть пожелтее, вот если свежая, вызревшая. Вот даже зеленоватая и все равно сочная, ароматная. Ну, для нашего Дальнего Востока, как мы не избалованные хорошими фруктами, я с удовольствием ем. Вот. Без рубля 500 рублей она мне обошлась. Для себя, для любимой можно побаловать. Вот такие покупки. Сейчас буду вареники, наверное, доделывать. Тесто осталось.
сделаю еще вареники, может, с чем-нибудь, не знаю, начинку какую. Вот похвасталась. Все, что купила. Пока-пока.